я нахожусь на каком-то курорте, а нет, я нахожусь по-прежнему в парке Сокольники, что на востоке Москвы. Знаете, такой многогранный парк. Тут можно и погулять по розарию, по улочкам, и с детьми на аттракционы сходить, а можно и провести время вот в таком бассейне с чудесным видом, да, светит солнце у нас, люди загорают вовсю, а правильно, надо загорать, надо пользоваться, а то уж июль заканчивается, на загораться, накупаться, наплескаться. Так, у меня здесь наша метеостанция фиксирует 22,8 градусов по Цельсию, 53% влажность воздуха, давайте я вам крупно покажу, 749 миллиметров, опа, бултык, ртутного столба, ветра у нас нет, вот анемометр не вращается, был бы ветер, он бы делал вот так вот. Одна девочка подошла, сказала, что это у вас за чашечки для мороженого? Нет, не чашечки для мороженого, а ветромер. Так, осадков у нас нет, и сегодня не ожидается.